Слушай, дружище, мне надо, чтобы ты проверил, как там стройка идет. Да без проблем, босс, я прямо сейчас могу выдвигаться. Там, кстати, у них в бригаде новичок появился, горячий хлопец. Свежее мясо я люблю. Полегче, ковбой. Я не знаю, сидит ли он в том же седле, в каком сидим и мы. Но после меня он точно ни в какое седло не сядет. Ну только давай полегче с ним, хорошо? Мне надо, чтобы он работу тогда еще закончил. Да, не вопрос, босс, я позже наберу. Все добре, босс. Нужно, чтобы работу закончили как можно скорее. Куда мы завжди летимо? Ну, между нами говоря, в последнее время ребята очень сильно рискуют на работе. Что ты маешь на увазе? Ну, я поймал недавно пареньков, которые друг другу жопы травмировали. От дичко, усі ебутся, але тільки не я. Короче, надо, чтобы здание закончили как можно скорее. Тогда и весь риск кончится. Потому что если хозяин раньше нас спалит, то он просто всех к кедрине матери уволит. А ну остановился, ковбой. Вот черт, я не знал, что тут кто-то есть. Да я уж давненько тут. И? А шо и? Видишь, Балумба стоит. Срака, чую, идут проблемы. КамАЗ говна. Ага, бачишь, нас проверять и приехали. Пойди-ка предупреди ребят, пока сын босса здесь. Если он поймает кого-то без штанов, нам всем пиздец. Тау тоже. А я тут побуду и задержу его, пока ты не вернешься. Ой, прям как я люблю. А ядрить-бодрить, а как давно ты там стоишь? Достаточно долго. Ёбаный извращенец. Короче, тут сын босса с перевіркою, тому вытерли сметану та пішли працювати. Здравствуй, Энди. Я не понял, тут я сказал, что ты можешь тебя по Энди дозывать. Простите, мистер Редж. Так лучше, сука. Я могу вам помочь. Мой батенька услыхал тут, что у вас тут рабочие ебутся. Вот я и приехал все проверить. Да я уже разговаривал с рабочими, и никто ничего такого не делал. Ну ты ж не против, если я осмотрюсь? Или против? Ну, а может не надо? Я не понял, ты что-то прячешь? Да нет, сэр. Ну значит, ничего страшного, если я сам осмотрю тут все. Добрый день, мистер Радж. Ага, добрый день. А ты тут что, сука, на перерыве, блядь, чи шо? Да иди ты в жопу, где ты вообще был так долго? А меня ваш бригадир не пускал. Да ладно тебе, он душка. Ладно, теперь иди сюда, пора накормить тебя мясом. Все в порядке, мистер Радж? Ну чё, я проверил. Короче, у вас все классно. В общем, можете не волноваться ни о чем. Спасибо, ждем вас с проверкой в следующий раз. Передай ребятам, что я буду раз в неделю заезжать. Будет сделано, мистер Радж.
Можешь звать меня Энди. Эй, йоу, Джек! Джек, Джек! Иди сюда! Что такое? Есть повод отпраздновать. А я тут до кого биса? Ну ты жаловался, что свистулю да ну не жамкал.